У тебя есть крем для бритья? Нету. Нет. Я просто мыл, но мыл. Я тоже. Закрывай дверь. Сейчас бабушка зайдет. Нет, ты мне в руки в зеркало смотри. Короче, там это вот из Франции говорит. И она хочет в наш город. Она кто, русская? Да, русская. А что она там, как она хочет? Не знаю, надо узнать будет, когда, если приедет. Надо ее встретить там. А мы можем только у КП встретить. Ну да. Так-то ты не поверишь. Мама сядет на этот автобус. Железногорск. Станет Железногорск. Она просто не понимает, что-то она спрашивает, а зачем? А зачем пропуск, если есть автобус Красноярск-Железногорск? Ну, я отвечаю, что типа там прописку проверяют. Город закрытый. Ну, я... Да, я до этого так... Она что, не понимает? Она не понимает. Ну, типа не понимала, может, сейчас... Но она как бы, наверное, никогда не сталкивалась с такими городами. А вообще, блядь, можно ли ее пускать? Она же как иностранный агент. Да какой иностранный агент? Она в Красноярске живет. Что она сделает? Здесь китайцы ходят повсюду. Не получится как... Типа... Еще шпионаж. И что она сделает? Что она прошпионит-то? Озеро, что ли? Не, так... Хрущевку, да, мою. Как-то ничего. Ничего она не прошпионит. Это же вообще дичь. Если она на предприятие попадет, она может там, и то она не попадет туда никак. Ну пусть идет. А, жаль. Вот у нас все стоит там. Она молится, наверное. Нет, да. Нет, да. Давай, двигайся. Двигаюсь. Есть хочу, да. Пить хочу. Есть хочу. Я там сегодня нет. Только утром ел. Сережа, можно садиться? Да. На, держи, держи. Вот давай. Так вот. Держи. Держу. А то я смотрю, думаю, наверное, тоже машина идет. Тоже машина. Эти машины сейчас скажут, как не знаю, что. Подожди, подожди. Давай. Давай, Саша. На. У меня так рукав лучше, потому что этой рукой так нажимала и копала вот это вот место еще. Значит, черемухи ягод нету. Так она уже отошла, да? О, ты что, черемуха в Сибири? Зимой только так собирают. Мама рассказывала, или бабушка мне рассказывала, ну, в лесу, это как его. Поехали, говорит, за дровами в лес. Едут вот здесь, наверное, приостановились где-нибудь. И увидели, говорит, что такое дерево, и говорит, что-то черное. Проед пешком, быстренько, говорит, приостановили, на лошадях же ездили раньше. Черемуха, ой, они так обрадовались, быстренько, что там надо было ей дрова или что, они дрова. Домой приехали и обратно весь. Посилку взяли, надо же трясти на что-то. На снег положили, но трясли, привезли домой. Бабушка быстро его на улицу, просеяла вот эти вот. Пили чай, прямо красота. Она, ну, ягода зимой не опадает, черемуха. Здесь где-то, ну, вот так, таежные места. Ой, как мы ее, сколько мы ее ели. Вот, ты знаешь, поляна, чистота, а вот так вот с стеной, это черемуха. И мы ведра в руки, и давай летом рвать. Рвем наверху, на этом, на чердаке. Раз, по лестнице поднимаемся, там посилку мама расселит. Ну, называли посилку, самотканные, вот эти вот, как покрывалы, да, это. И она говорит, девчонки, сыпьте, сыпем, перебирайте, сыпьте.
она ее берет и напротив ней печь протопит русскую и туда. Она высыхает, она ее где на ветер выносит, чтобы это потрет, просеет ее, в общем, очистит. Чистая ягодка. И вот на мельницу зимой. Мельницу? Да, на мельницу зимой. По полнишка. Представляешь? Вот какие вот эти вот большие ведра по три. Сухой черемухи. А намолит, намелит то, что надо. Прямо, знаешь, как амелька, как мука. А у нас еще и пчелы были медленные. Зимой красота. А мама молоко нальет, молоко сморозит. И в бочке, бочоночки из дощечек, ну как, кадушки называли. Деревянных дощечек такие, клепки, клепочки называли эти дощечки. Кадушки делали разных видов. Она берет, вот как его, ее, эту кадушечку. И чашки даже, или чашки. Раньше зелево же делали сильно, а дедушка был вообще по дереву. Насыплет через сито, ее просеет, как муки, еще. Насыплет эту в кастрюльку потом, мед растает, она в кастрюльку, молока, мед таяло с молоком, это как его. И молоко мороженое, мед же замороженный, тоже кадушки будет. Растает. Черемуху туда еще помещает. Это уже в кастрюльке. Да. Она покипит немного. Мы ложками ели. Вот так живем. А сейчас все. И все это, извини меня, натуральное. Во-первых, вода была чистая, природа была вся чистая. Воду-то где в деревне? Ну, у нас-то колодец был, мы в поселке жили, а в деревне огороды, там болотистое место. И вот они, знаешь, деревья-то были, извини меня, толстые. Вот они из двух дерев вытачивают, это как бока, соединяют и выкапывают яму прямо на болоте. Выкапывают яму. Они в основном-то, говорят, весной хорошо, еще замороженные, но не сильно. И туда вставили бочку. И бочка это называлась желубка. Только с этого брали. Вся деревня брали с этого желубка воду. Конечно, головастики даже были. Бочка, кадушка, вот на эту кадушку, бабушка, это раз, такая. Они же просто сами делали материал-то, они сами делали ткани. И рубашки шили с него, и полотенца, и скатерти, и простыни. Это все со льна делалось. И вот она, которая уже подношенная, скатерть берет на кадушку, на эту воду берет, принесет с ведер и процеживала. А тут как-то не процедила. Вот я зачерпнул ковш, а там головастик носится. Он землю говорит. Землю, ты что мне, головастик? Так, как она забыла. Я же сняла постирать, пришла и воду выдала. Давай полоскать. И не болели никто ничем. А сейчас прозрачно в бутылках вода. Наберут грязи с этого, с озера Байкал, и везут. Особенно это китайцы сильно начали занятия. Это же, наверное, лет 8 или 10. Я помню, что говорят, с Байкала берут, и бутылки, и разные вот эти вот, без газа, с газом. Я ведь не забуду, как я по кедрам лазила. А бабушка, знаешь, как по кедрам лазила? Вот самый младший, у нее сын, Вася, она идет за смородиной, так? А нужно было хмель нарвать. Хмель будет все урос, только так. Она мешок берет. И вот берет
ну, а как, картошенки, вот мешок, так в уголки картошенки положим, и веревочки. Это рюкзак у них такой, такой был. Ну, а тут завяжет. Мешок набьет, этого хмеля переносит, тоже посылку расшивают на полу, высыпает его, этот хмель, он сохнет, а потом она его, вот еще подсушит в русской печи немножечко на противне, и сумку, и самогонку гонят, и хлеб стряпают, она сама делала дрожжи с этого хмеля. Я детство помню, как они налаживали этот аппарат, самогонный, корыто, туда труба, изогнута такая положена, потом ставят на печку, чугуны на печку, чугун нальют, чугуном накроют, такого размера, чтобы обмажут трубу эту, а в одном чугуне верхнем дыра, трубку эту, в эту дыру, и вот ночь топит, с вечера начинает, ночь топит. И самогонка эта по трубе сделали такую, вроде винтика, такая веревочка, и он капает. Самогонка капает, а спать-то охота. Вот они возьмут меня, разбудят, и Васю. Вы не спите маленько, надо много вздремнуть. Смотрите, как она будет капать, когда начнет уже даже быстро-быстро капать, и чуть не побежит. Тогда будете нас. Вот. Я с детства в школе, еще в первом классе, не помню. Да нет, не училась я еще даже в первом классе. Ну, с 8 лет живу тогда в школе ходила. Самое главное, все было чисто, климат был чистый. Вот они, сосны маленькие, видишь, маленькие. Вот первые вот эти побеги, не только так ели. Есть охота, что теперь делать было. Мама ругает, животы вот черви заведутся, зачем вы едите? Помолчим обратно. Вот это во двор тебе придется заехать, да? Заедь во двор, потому что я сумку оставлю, а это одну возьму. А на обратном пути все нормально. Буду как ты там поедешь, остановишься, чтобы мне во дворе молока купить и зайти. Следующее есть малость, а молока уже мало. Скажи маме, чтобы она меня не била проводом. Не зарабатывай. Я просто ночи, голову... 12 часов я... ночи. Да, мы... Так она голову... сама не спала, я просто голову помыла, она сама готовила еду. Ты сказал простыл. Зачем ты полез простыл. Голову мыть? Я ей ругала. У меня голова чесалась, я только просто голову помыл и все. И укрылся. А она взяла, как хлестанула мне по спинному мозгу. Вот в этот спинной мозг, ты бы знал, как у меня чешется каждый день. И я купила щеточка такая, с ручкой, ну она снимается, ручка, деревянная. И я, прежде чем лечь, я захожу в ванну, снимаю футболку и чешу этой щеточкой. Ручкой-то я достаю, ужасно, чешу. Вот, Саша, не надо ночью безобразничать. Да я не безобразничаю, что сразу безобразничаю. Слушай. Что я сделал? Тем более, ты простыл еще, сказал. Я простыл. А сейчас же холодно в квартире. Я камин... Там было тепло. Ну, не знаю. Просто она что-то... Да, псих. Тоже психопатка. Я ее не защищаю. А почему ей? И сказала, я сейчас вызову милицию. Она сразу потом позвонила. Чему что? Ты же... Я здесь же... посидишь. Ну да. Я сейчас на минутку. Ага, слушай, ты знаешь, хочу. Смотри, выключи, дай-ка мне. Тебе нельзя поесть. Поесть? Сейчас с картошкой разберемся. А, ну ладно. Слушай, ключ, я же сюда выжила, ключи, нет. Ну-ка, постой. Я ключи сюда выжила сейчас, когда замыкала квартиру. Я же квартиру, ну-ка, держи. Замкнула ключи, положила. Неужели я квартиру не замкнула? Это же вообще...
не замкнул. Это за... Да нет, я замыкала этот сад. Вот они. Вот. Наши пропуск через зону. Я сейчас советую. Машину не оставляй. Так что делать? Я за... оттуда я обязательно буду идти. Заскочу, молока надо взять. Оттуда. Хотя бы картошку сгрузить. Вот что. На, держи сумку, я с ключами только пойду. Так. Нет. Сумку я возьму. Надо почему-то там. Есть хочется тут немножко. Я не знаю, что как материли, ты говоришь, я ничего не сказала. Да еще милиция припугнула, понял? Вот так. Да она угрожает меня вышвырнуть из дома. Я как разозлилась, я как поднесла ее матом. Я ей пишу, блядь, говорю, там делаешь. Я сейчас говорю, милиции, мне, мне, знаешь, стало жалко тебе. Ты знаешь, вот я так, когда ты так сказал, я сразу, я вот пишу, делаешь там. Что ты делаешь, говорю? Я... Он мне не дает спать, мне завтра на работу начал отправить. Я говорю, нет, ты ночи. Я говорю, ты ночами? Я говорю, не спи, не спите. Не знаешь. А мне знаешь, как плохо было? Она угрожает вышвырнуть, чтобы я у тебя жил. А вот она и метит этого. Метит. Боже, я вся на нервах. Я может, сама может не мне сплю. У тебя жить? Я... Вот, ага. Если пошла. Она меня бьет. Не будет бить. Я ей предражу, скажу, если ударишь, милицию вызову, скажу, узнаешь потом. Милиция посмеется надо мной, что тебе меня избила мама проводом. У нас до сих пор жарит немножко крапивой, а здесь почему-то нет. Ну ладно. Еще у меня здесь в портфеле крапива. Сейчас на ночь еще крапивы себе обжалю нос. Проверю. Поможет мне заснуть. Поможет мне при заложенности из-за вазомоторного ринита. Но скорее всего не поможет. Он действует 10 минут. По всему. Кровообращение усиливается на 10 минут всего лишь. 10 минут боль еще он проходит. Посмотрим. Он прожил много зим, он прожил много лет, и никого рядом с ним рядом нет. Офигенная песня, да, я помню, когда мне было 19 или 18, я слушал. Он прожил много зим, он прожил много лет, и никого не было с ним, ни любви, что-то там. Короче, что он в одиночестве прожил человек. Вообще жесть. Прям про меня была песня, я офигевал. Надеюсь, все. Не знаю. Давай я ее телефон тебе дам, потому что я могу быть... А мне тут зачем? Ты же с ней контактируешь. Я тут чужой человек. Да нет, почему? Ты же будешь подвозить. Да как ты вывозить? С тобой вместе поедем. Да я рассказывал я тебе там, что ты нормальный чел. Нет, ты же с ней как бы контактируешь.
Да понятно, да просто нужно, чтобы точно было вовремя, когда чтобы ты успела подъехать, чтобы мы успели подъехать, чтобы не было такого. Просто она боится, что я не отвечу на сообщение, потому что у меня Wi-Fi-то на телефоне нет, а мы переписываемся через интернет. Я оставил телефон свой Ну, что и ради. материн. Ну, оставил телефон, она тебе не звонит. Или раз не звонит. Я же не знаю ее телефон. Она к тебе позвонит, там же телефон будет. Там высветится неизвестный номер. Почему не будет? Она не сказала свой номер, я сказал свой номер. Нет, ты сказал свой номер, а когда она к тебе будет звонить? На телефоне же ее номер вывез. На ее телефоне, а на моем нет, на моем ее не Ну вот я высветится. к тебе звоню, у тебя Потому мой что я номер. записан, ты записан у меня, а она у меня не записана, что не сказала. Не сказала свой номер. Подожди. Да. Вот любой Она. человек звонит, у тебя он не записан. У тебя высвечивается его номер. Да. Вот. Ну, номер только высвечивается. Но я не знаю ее номер. Я Так бы. когда она тебе позвонит, ты узнаешь номер, у тебя Так он там будет. может кто угодно позвонить. Нет, если она позвонит и скажет, это я. А, ну понятно. Это и так ясно. Не скажешь. Ты сразу узнаешь ее номер, ты его сохранишь Да. и позвонишь, ответишь. Ну, давай, сумки мне, давай. На. Ну все, поехали. Мы сейчас разгрузимся, так? У меня поесть еще. Молока надо купить. Я думаю, надо сразу прямо пустить, чтобы сделать дело и все. Вот тут проедешь, он вон она ставит машину, это вообще кошмар. Что делается? Ой, вынудит меня. Все-таки я, наверное, позвоню этому адвокату, депутату. У нас же депутат объявлялся, я тебе рассказывала, Сережа. Он готовится к депутату. Вот. И быстро сделали. Сразу обрезали кусты, все порядок навели. Так может попросить, чтобы меня инвалид, это А это пенсию дали? дело в том, что это, слушай, его он готовится, он старается, чтобы чем больше людей, это как его, за него, ну, как, выберут, он останется. Он сам, он все старается людям добра сейчас вот делать, чтобы и стать ему депутатом. Ну, может, замолвишь словечко за меня? Я сперва, вот если он останет, я его очень просила. Я говорю, если что, я буду к вам обращаться. Он говорит, обращайся, обращайся. Звони, дал телефон мне свой. Ну, будут же голосовать, а я говорю, хорошо, вот вас выберут депутаты. А там же сидят сколько. Что такое, Сережа? Тормоза свистят. А я думала, что вот здесь что-то. А там будут выгонять. Уже сыплется, блядь, с них. Они все сидят в депутатах. Да. Да, вот именно. Их надо выгонять уже давным-давным. А какой толк от них? Да уж. Я обращалась к депутатам. Ты думаешь, я мало обращалась, сколько судов пережила? Пришла, нашла, ну и что? Придурок он есть, придурок. А вот школа 101-я, по-моему, какая? Лицей, где Гоша учился. Со вторая. 102-я, да? Да. Где Гоша учился? Да ты же тоже там, наверное, учился, Не да? учился там, я рисовал там, мне Да. кинули меня Так там. вот этот Лесняк, этот директор, он тоже он... Он там со второй школы директор Директор, Лесняк. вот директор Лесняк, и он же депутат. А я думала, это один депутат на весь город. Ой, он улыбнулся, я хохотала. Он говорит, да тут депутат на каждый стол. Он так и столбами живет. И называет вот эти дома многоэтажки. А живет он и на это, и все там свои дороги, свое хозяйство. И я видела, как он заявлялся к этому паскуднику, который отобрал у Гоши квартиру,
А женщина, тоже бабушка воспитывала внука, и он добился. Он говорит, ну положи тоже депутат. Ну и пошла к нему, придурок. Лесняк? Нет, Лесняк, он не наш депутат. Лесняк, он тоже придурок, я был у него. Нет, он мне нравился. Как лошадь отнимали, он приехал этот отец-то. Я стою, я забирал из школы все. Он же до 4 класса больше получился, он его забрал. А где находится? На Элке дом Лесняка? Вот, да, и говорили, что или на Элке, или на, не знаю. Ну, в общем, у него свой дом. Лесняка, он еще усатый такой, да? Не знаю, вот это я не помню. А, ну ладно. Нет. Ну, короче, на Элке где-то, да, его дом? Ну, не в городе. Понятно. Ну, в городе, не знаю, где там. А где в городе? Он вообще в городе не живет? Ну так если дом у него там. Он только в школе, директор школы. И он сразу на машине в дом домой едет, да? Да, да. А, понятно. А машина стоит где? А куда я знаю? Ты уже такие вопросы задаешь. Машина, наверное, возле школы стоит. Не знаю, отстань. Больше не надо такие глупые. Нет, вопросы. Нет, не глупые. Это важный вопрос. Важно. Что-нибудь начинаешь? Ерунду какую-нибудь положить. Я ему в школу разрисовал там внутри всю панно, мне кинули, еще на меня он набычил, офигевший. Что я мастер-класс провел, он на меня мои рисунки, пейзажи назвал тихим ужасом. Просто пейзажи добрые, детские, которые детям нравятся и развивают творчество. Значит, детям. Ему не понравилось. Он мудак просто. Не надо говорить мудаку, каждому свое нравится. Надо ему просто это... Я ему факт показал в лицо, но этого мало, потому что он отомстил мне. Теперь меня нигде не берут, не зовут. Надо ему... Больше не надо. Какая серая школа, как будто концлагерь. Школа, что надо, школа не надо, не надо. Больше с 1 по 4 учился и с 6 по 9. Не надо. Он порядочный человек. Значит, ты что-то ему не угодил. Значит, не понравились ему твои рисунки. Ну и мне он не понравился. Тоже тогда, вот. Ну короче, ладно. Он нормальный человек, все в порядке. У него все будет хорошо. Сиди, ты смотри, начнешь заговариваться уже. Все будет хорошо. Посмотри, как... Я постараюсь сделать так, чтобы все было хорошо. Замолчи, хватит. Ой, какая тоска. Не обратил время? Значит, да, Сережа, какая ремонт, значит, будут делать? Я что имею в виду? Лесняк. Мне... Усатый лесняк. Вот. Мне вот таких досок, но эти доски надо на особое поощрение возьмать. Да. На особой машине возиться. Че, цветник поломался уже весь. Ты, кстати, можешь взять там сетку, она просто валяется на асфальте в грязи уже. Для огурцов можешь взять. Не надо мне, ты не знаешь. Замолчи. Я не тебе, я Сергею. Ты можешь взять там, она валяется уже там в грязи, ему не нужно. Я думал взять тебе. Зачем она? Ну, чтобы огурцы росли хорошо. Ага. Вырос, жди. Меньше вон у всех. У нас меня замерзли. Потому что такой год в городе все жалуются. Ну, короче, она не нужна никому уже, лежит сетка эта. Ну, я вон ее дофига. Собирай. Сетки лежит. Тяжеленные. Тогда Сережа кусок выбросил. Значит, не помню. Сколько времени? Часов 6. Пол-седьмого. Пол-седьмого, да? Солнце светит, ничего. Не могу понять. Пол-седьмого. 6:30.
А тут даже не, я думала, и здесь асфальт хотела говорить, ничего себе. Ну неужели нельзя как его сделать, ну, ровно, а? Это смотри, что не, нельзя, делается. Это Россия. Ровно не, нельзя сделать асфальт. Что? Сдают. Поскольку могли бы сдавать по 10 тысяч, все равно не изменится ничего. Самое главное, я не знаю, как они называют, бригадир. В кармане себе сует этот. Начальник этих гаражей. Они, знаешь, аж чуть не до драки дело доходило, когда был один, а потом стал другой. Да, они из-за денег, они деньги себе в карманы суют, эти вот мудаки, буржуи. Безобразие. Вот смотри, видишь, как хорошо сделали. Давайте, выходите, открывайте. Иди открывайте, я не открою. Я буду разворачиваться. Подожди, Сережа. Видишь, как хорошо сделали. Он мне говорил, это Лариса все. Боже. Скажи, чтобы она меня не выгнала из дома. Да, держи. Веди себя как следует. Я веду себя нормально, блин. Я вообще с ней не ругаюсь. Никогда. Она ругает, орет. Я молчу. Ничего. И ты сейчас уже надоел мне. Орешь. Сидишь. Я не ору. Ага, надо за собой ничего. Я говорю просто. Потому что мне. Знаю, как ты молчишь. Я молчу. Ты уже уставший, ты начинаешь бороться. Давай, выходи. Ты как орешь-то вообще. Плесень, сейчас будет плесень. Давай ключ. Они сказали, мы сделаем так же, как и вот эти. Дорого. Ну, что это, разве это дело? Сейчас, ну. Ну да, вот эти книжки никуда не девают. Я не знаю. Я так давно отдала, говорила, Вася, сделай хорошо, чтобы сделай так, чтобы мне держаться и спуститься туда. Я бы распускалась. Вася тоже мне такой. Ничего не надо было. Что там-то? Мотороллера тоже приволок тогда. Ой. Это про вот эти на доске, наверное, говорили. Да, ну они еще нормальные, чем они сухие. Подойди, смотри, пробуй. Тихо, я пойду. Уберите кабель, Сережа. Так это нам свет, там нам темно будет. Нет, в сторону. Ты знаешь, сосед у меня. Давай, Саня, наша задача сейчас поставить чётки здесь. Давай. Поставим, и потом я залезу, ты мне будешь подувать, а я там поставлю. Давай. Я буду где? Там? Сережа, вы хотите спустить сразу? Распустим сразу. Чтобы это. Может подсохнуть постоянно, так. Можно и оставить, но потом же опять всплывает.
Задача сейчас сделать и все. Я не знаю. А что за светки вы говорите? Что? А, мешки все. Мешки пришли все. Давай, Саня, носите сюда, ставите. Давай. А, болю. Слушай, Лежа, а там в полный красок. Давай я спрошу. Зачем я спрошу? Как мы поразим? Посмотри, что там. Если не надо. Ну ты же не почти. Можешь там телефон, твои телефоны. Ты куда положил телефон? Там? Ну. На пол, а вон где?